В режиме онлайн продолжают свою работу люберецкие народные избранники. В администрации прошло заседание Совета депутатов. На дистанционной встрече депутаты рассмотрели вопросы, связанные с оказанием помощи нуждающимся жителям и медицинским учреждениям в период пандемии. Еще одна тема повестки заседания – принятое единогласно освобождение от платы за наем жилых помещений по договорам социального найма. А именно, предлагается по 30 июня 2020 года освободить жителей-нанимателей муниципального жилого фонда от платы за социальный найм. Документ в установленном порядке согласован со всеми структурными подразделениями. Такое решение принято в связи с постановлением губернатора о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции и введении в Московской области режима повышенной готовности. Также народные избранники проголосовали за внесение изменений в положение об аренде муниципального имущества Люберец. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,